Наступила Масленица, и каждый человек в кругу своей семьи отмечает это событие. Вообще вы Масленицу отмечаете часто? То есть это у вас вот традиционно? Нормально, да, как положено. Во всяком случае, вот. Да, это вот с блинами. И... С блинами, с рыбой. Вот. С блинами, с рыбой. Ну, это ж праздник. В последний день масленичной недели, в прощенное воскресенье, на широкую Масленицу все от мала до велика собираются на большие гуляния. Да уж какая тоска, если перед тобой целая площадь развлечений. Выбирай любое. Хочешь командное, а хочешь личное соревнование. Кушайте на здоровье! Какой все-таки замечательный праздник Масленица? Разве найдется такой другой, что соберет на площади весь город, и люди весь день будут друг другу просто улыбаться? Отличное настроение, хороший праздник, молодцы луковцы. Очень хорошо, и ребятишкам нравится очень. Супер, замечательно. Спасибо всем большое за такой праздник. С внуками пришли, канат таскаем. Ну что, праздник удался? Да, удался. Масленицу справляем. Вот какие мы уже большие. Ребят, хорошо будет гореть? Да. И сильно, и тепло будет. Теплая весна, значит, будет? Да, 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 да. Гарантируете? Гарантирую. Самое большое оживление царило вокруг традиционных русских забав. Перетягивание каната, ходуль, бой мешками на бревне. Традиции – великая вещь. Пришла весна, теплее стало, и чтобы пело все кругом, зажжем мы чучело сейчас, огонь веселый разведем. Вот так весело и беззаботно пролетела широкая Масленица. И в памяти каждого она оставила светлое впечатление.